Всем добрый поздний вечер. Вот, наконец-то и открыли ту площадку, о которой мы два раза снимали анонс. Вот здесь правила пользования. Здесь вот так вот устроены урны. А вот здесь клумбы на площадочке. Мы сейчас по периметру пройдемся, снимем. Татоша, мы сейчас, Татоша, здесь одни. Вот такие клумбы, вот так вот они, в таких импровизированных автомобильных покрышках, наверное, от Белаза. Это так папа производит. Вот. Вот так. Но мы здесь еще будем. Вон наш Татоша там. Его не видно. Но мы пока пройдемся по кругу. Вот такая огромная площадка. Вот такая. Абсолютно новая. Это нам сказала хозяйка Авроры, с которой мы только познакомились сейчас назад. Вот такие препятствия собачьи. Ой-ой-ой. Ну, днем мы еще раз потом все снимем. И днем оно будет получше смотреться, попонятнее. А сейчас пока строго по периметру. Татоша, Татоша тоже там ходит, обнюхивает. Сейчас мы переместимся в центр. Центр переместимся. Так, вот так вот лучше. Свет падает. Здесь тоже такие огромные клумбы. Здесь трава. Не знаю. Наверное, натурально. Но листики и цветочки живые. Настоящие. А это газон травяной. Ну-ка. Ну вот еще они политы. Ну, прямо. Прямо не знаю. Радость распирает папину грудь. Вот, репортажик, конечно, затянулся чуть-чуть, но он того стоит, потому что площадка огромна. Вот мы сейчас двигаемся по центру, в центр площадки, и сейчас вернемся к выходу и немножко здесь побудем, уже без съемок. Ну, вроде папа, кроме вот этой достопримечательности, этой площадки, вроде все заснял. Побежали, побежали в тень, в темноту убежал. Вот. Вот лозунг, наверное, слоган «Питомцы в Москве». Вот такая, такой помост есть. И вот эти клумбочки уже у входа встречает посетителей. А вот и вход. Тут кто-то даже корм оставил. Это тамбур, который в прошлый раз папа постеснялся посильнее нажать на дверь. Может быть, она еще и в воскресенье утром ему открылась. Но пока вот так. Вот так вот. Все. Всем хорошего настроения. Пока.